Я бы стала искать людей. Или бы просто вернулась домой. Я в полицию, наверное, посмотреть, есть, остались ли там еще полицейские или нет. А если нет там никого, то, наверное, домой. Ну, или создать какое-нибудь устройство, которое их вернет. А куда бы ты побежала искать людей? Ну, во все темные углы нашего города. Я бы первым делом не начал бы кричать, где все люди. Я бы пошел домой и просто там переживал всю свою жизнь. Если людей нету вообще на улице, значит, нужно забежать в какое-то очень хорошее место, которое укреплено очень крепко. Ну, это подвал. Меня учили готовить иногда, и я бы себе готовил еду там. Ну, деньги же у меня тоже свои есть, кошельки же остались дома. Шурик, кто тебя научит готовить, когда люди исчезнут? Меня уже научили. А,